Разработчики продолжают радовать нас веб-халявой. Опа! Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий Толкенвейт. Вот выпустили разработчики только один веб-эвент, как выпускают следующий. В этот раз у нас появляется вновь нами всеми любимая 100 тысяч вопросов от Paimon. Это небольшая викторина, в которой принять участие могут абсолютно все игроки и позарабатывать немножко моры. Сама викторина будет идти с 25 по 27 число. Ежедневно можем получить по 50 тысяч моры, отвечая на вопросы про игру. Если вы не знаете ответы, то можно прям забрейнштормить их методом тыка, так называемым. Отвечаем неправильно, в конце нам дадут возможность перевыбрать наши неправильные ответы, но для этого надо будет сделать небольшие задания, а-ля там зайти на официальный сайт, зайти на YouTube, на всякое подобное, в общем, легкое очень делается. Ссылочку на сам веб-эвент я оставлю в описании. Для тех, кто не может пользоваться ссылками и им нужно зайти из игры, вам на внутриигровую почту придет ссылка, и через эту ссылку уже можно будет открыть в браузере, и тогда при помощи этого спокойненько пройти данный веб-эвентик. Поэтому давай вперед, поиграем в игру «Кто же самый умный в Genshin Impact?». Если ты пройдешь все с первого раза, напиши про это в комментариях, будет очень интересно про это узнать. Ну а если есть база ответов обновленная, то тоже прикрепляйте ссылочку, я постараюсь выложить ее для всех. Вот такая вот новость коротенькая, не забывай послушать последний трек, не забывай принять участие в розыгрыше на 250 тысяч подписчиков, там у нас огромные и вкусные призы, а итоги уже подводим в это воскресенье. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.